Самоизоляция в эти дни стала обязательной для тысяч людей по всему миру. Как складывается ситуация в Швейцарии, в эксклюзивном интервью для телеканала «Самара ГИС» рассказала Олеся Ла. Она проживает в городе Баден. В Швейцарии уже более 2 недель, как введено особенное положение в стране, и закрыты все учреждения, кроме больниц, аптек и продуктовых магазинов. Все, кто могут работать из дома, они продолжают работать из дома уже более 2 недель. Но такого выбора нет у врачей, у медсестер, у продавцов. Они продолжают работать и подвергают тем самым риску свое здоровье и здоровье своих близких. Чтобы быть солидарными с ними, мы стараемся оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию, если мы выходим на улицу, и, естественно, мыть руки по возвращению домой. Это единственное, что мы можем сделать сейчас, это остаться дома и хоть как-то замедлить рост распространения инфекции.